Роман Костомаров в ближайшее время перенесет еще несколько операций. По данным ТАСС, новые процедуры являются необходимыми перед протезированием, к которому активно готовят фигуриста. Инсайдеры из больницы, в которой лечат спортсмена, утверждают, что домой он попадет еще не скоро. По их словам, Роман это осознает и хочет покинуть медицинское учреждение самостоятельным человеком. В РБК тем временем отметили со ссылкой на близких Костомарова, что на Пасху произошло маленькое чудо. Состояние олимпийского чемпиона в этот день значительно улучшилось. Родные Романа уверяют, что он чувствует себя хорошо. Утверждается также, что провести праздник ему удалось с семьей и друзьями, пришедшими в больницу. Несколько дней назад сообщалось, что Костомарову сделали две операции перед протезированием. В первую очередь процедуры провели на ногах спортсмена. Позже отмечалось, что Роман сосредоточился на восстановлении мышц, лечебной физкультуре и работе с психологом.